Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшний день называется умилительно, трогательно «Спас». В народе его называют еще «Медовым Спасом». Каждый знает, братья и сестры, для того, чтобы появиться этому меду на свет Божий, для этого много происходит в жизни и насекомых, то есть пчел, и в жизни людей. Это плод совместного труда. Ну и, конечно же, о чем мы в первую очередь должны помнить, что все это милость Божия, все это дар Божий, всякая пища и всякое благо. Когда мы говорим о меде, то мы говорим о том, что мы его употребляем в пищу и в лекарства. Но нельзя забывать о том, что Бог здесь проявляет предельное смирение, потому что Он пользуется только воском, в том смысле, что мы приносим Ему в дар не лучшее даже мед. Мед мы для себя, а вот из воска мы делаем свечи. И Бог, смиренный наш, Господь Иисус Христос, Он приемлет и сей дар, когда мы возжигаем Ему восковые свечи. И мы должны учиться смирению, братья и сестры. Посмотрите на пчел, какие они труженики. И вот обратите внимание, куда устремляются эти прекрасные пчелы-труженики. Даже бывает какая-то, знаете, простите за слово, какая-то помойка, но пчелка найдет где-то там какой-то цветочек. А муха наоборот, вот даже в саду прекрасном всегда найдет что-то другое. И сегодняшний праздник – это праздник и о нас в том числе. Господь хочет научить нас, чтобы был мед духовный и воск, с которого можно свечу Господу делать. Для этого нужно быть пчелами, а не мухами. Потому что мушатник и пчелиный улей отличаются. Вот каждый раз мы должны посмотреть в свою голову, что мы несем в этот мир, с чем мы просыпаемся, с какими мыслями. Вот монахи очень любят в монастырях устраивать пасеки, потому что они напоминают монастыри. И часто, кто был в монастырях, тот видел, как ульи делают в виде храмиков, потому что там идет, можно сказать, богослужение, все там по чину, как апостол Павел говорит, все благообразно должно быть, братья, и по чину. А там, где не устройство, там, где мушатник такой, знаете, собрался и жужжит это все. Вот это сразу же теряется образ церковный. Поэтому каждый из нас, братья и сестры, должен понимать, что нужно духовный мед создавать, чтобы не вносить в этот мир горечь и что-то плохое, а только хорошее. И вот сегодняшний праздник, он установлен в честь многих событий. Первое событие – это 9 век, Византия. В это время особенно усиливались на Востоке эпидемические болезни, и поэтому с верой поклонялись кресту, освящали крестом воду, окропляли
себя окропляли жилища свои, еду, и Господь все это исцелял, врачевал. И вот ежемесячно совершается водосвятный молебен в церкви. Мы, конечно, его совершаем почти каждый день, но обязательно в каждом храме и каждый христианин должен ежемесячно взять святую воду. Такова традиция. Потом, в честь двух побед, которые, можно сказать, совпали на севере и на востоке. Это 1166 год. Андрей Боголюбский совершает победу над волжскими булгарами, которые не давали покоя Ростову и Суздалю. Бесконечно делали какие-то набеги, и это для нас сейчас понятно, что это такое. И вот пришлось решительные меры принимать. И вот Андрей Боголюбский велел нести Владимирский образ Божией Матери, крест Господень перед войском, и была знаменательная победа. И в это время над сарацинами император Мануил Византийский совершил победу. И вот, конечно же, такие праздники не могут назваться иначе, как Спас, потому что Господь здесь проявил силу спасительную по отношению к страждущим людям. Ну и также в этот день было совершено крещением в 988 году равноапостольным князем Владимиром. Поэтому это день крещения Руси. Ну и мы чествуем ветхозаветных мучеников Маковеев. И народ, знаете, простой, немножко так по-своему услышал это имя Маковеев и сказал, что это еще и маковый спас. И поэтому на Украине особенно любят освящать в этот день мак. Ну, Бог в помощь, тоже хорошее дело. Вообще все нужно осветить вокруг себя, потому что жить в скверном мире, конечно, тяжело и плохо. Поэтому чем больше будете все орошать святой водой и себя, точно хуже не будет, будет только лучше. Конечно, с этим много суеверий еще, потому что народ, как всегда, знаете, когда не учит веры своей, не знает своей веры, то тогда появляется суеверие. Суе – это напрасная, бессмысленная вера, ненужная, так верить нельзя. Поэтому используют от сглаза, порчи, ну и прочих, так сказать, сумасшедшинок, которые живут, как тараканы большие в наших головах. Не нужно никого бояться, братья и сестры. Христианин, верующий человек, он ничего не боится, он боится только Господа Бога, потому что жизнь наша в руке Божьей. Помните, как Господь сказал: «Не бойтесь того, кто тело может погубить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить». А кто может душу и тело погубить? Только Бог. Когда человек дерзко, нераскаянно грешит, не исправляет своей жизни в наглую, то, конечно, рано или поздно наступает наказание Бога. Потому что, помните, вначале Бог говорит шепотом любви, говорит: «Сыночек, так делать нельзя». Потом уже голосом совести так погромче: «Доченька, так не делай». Но если не доходит и то, и другое, то тогда уже рупором страданий начинает Господь говорить. И вот тогда-то мы и начинаем всех винить, кроме себя, и говорит: «Вот меня спортили, сглазили». Вот. Это все, конечно, неправильно. У нас единственный враг, главный враг, первейший враг – это я сам. Потому что если проанализируете свою жизнь, поймете, что никто столько зла не сделал мне, сколько я сам себе сделал. Вы скажете: «Дьявол,
враг рода человеческого. Да, правильно. Он вначале, как бы, знаете, пытается человека соблазнить, искусить на грех. Но если человек не даст согласия, то он ничего не сможет сделать. Поэтому все с нашего согласия происходит. Все грехи. А следствие греха – страдания, старение, болезни и смерть. И в результате конец. Поэтому, братья и сестры, мы собрались в этот прекрасный светлый праздник, чтобы и чествовать мучеников Маковеев, учителя Елеазара их и матери Соломонии. Они научили вере. И вот мы должны в этот день задать все себе вопрос. Не насчет мака и меда, а насчет того, как я детей своих учу, приобщаю к вере. Научены ли мои дети вере? Знают ли они веру? Могут ли они выжить, если мы не научим их вере в этом мире? И начнут обязательно жить какими-то суевериями, если веры истинной не знают. Поэтому, братья и сестры, когда нужно и жизни свою положить, нужно полагать. Потому что как эти ребята, молоденькие Маковеи, бесстрашно, а мать их еще и укрепляла, и даже самого младшего, чтобы он не испугался мучений, она его укрепляла, говорит, не бойся, сынок, когда все это закончится, ты войдешь в рай, в Царство Божие. И учитель тоже так поступил, что не соблазнил молодое поколение. Чтобы мы понимали, все взрослые люди, они учителя для молодых людей. И если мы ведем себя неправильно, молодые люди смотрят и думают, ну если взрослые так поступают, значит и нам можно. Поэтому есть пассивные учителя, а есть такие активные. Пассивный учитель – это тот человек, который вообще не задумывается над своим поведением. Но молодые люди смотрят и соблазняются. Так вот, Елеазар, он дал добрый пример для молодых Маковеев и для других молодых людей. Поэтому сегодняшний день называется спасом, потому что Господь спасает разными путями человека от греха, падения и в результате от болезни и смерти. Пусть вера наша укрепляется, а для того, чтобы она укреплялась, нужно каждый день делать шаг веры. То есть каждый день, чтобы у нас был шаг по вере нашей. И если мы будем каждый день делать шаг веры, то обязательно придем в Царство Небесное. А Царство Небесное, как известно всем, начинается там, где Бог в нашей жизни становится главным. Вот если мы скажем, что «Ты, Господи, главный, Ты на первом месте», вот в этот момент уже начинается Царство Божие, потому что Бога мы делаем в своей жизни царем. Помните, как крестится человек, принимает крещение, и священник говорит, веруешь ли ему, то есть Господу, и крещающийся или вместо крещающегося крестные отвечают, верую ему, яко царю и Богу. И поклонись Ему, и мы отвечаем, поклоняюсь Отцу и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной. И как в древности говорили, и на этом стоим. Поэтому дай Бог, чтобы каждый стоял на этом. Аминь.